Я, Колос Иван Николаевич, 12 августа 2020 года записал видеообращение с призывом всех силовиков быть с народом. Уже через 20 минут ко мне приехали мои испуганные руководители и забрали мое удостоверение, мой жетон, мои погоны. Незаконно уволили меня из органов внутренних дел. Однако они не забрали мою преданность и верность народу. Они не уволили меня со службы народу. Коллеги, мы не служим Лукашенко. Мы не служим Ермошиной, мы не служим Качановой. Всех этих людей ждет трибунал. Мы служим народу Беларуси. Коллеги, не бойтесь, что вас уволят. Не бойтесь, что на вас возбудят уголовное дело. Эта власть уже уничтожена. И на ее месте возникнет новое государство. Я был среди первых, кто остался верен своей клятве. И мне угрожали, пытались запугать. Но народ Беларуси поддержал меня и помог. Коллеги, уже через 4 дня после моего первого обращения нас уже тысячи сотрудников, которые перешли на сторону народа. И еще не поздно принять правильное решение, а главное остаться чистыми перед своей совестью, родителями, женами и детьми. Коллеги, мы всегда служили белорусскому народу, и давайте сделаем это и сейчас.